Приветствую, с вами друзья и гости канала, всем огромнейший привет, и наконец-то прошел раздел. Что такое раздел? Есть такой жилой комплекс, который называется «Империя», который находится на улице Коммунальная, 41. Соответственно, в данном доме у нас квартиры только большие. Но застройщик хотел 3 этажа оставить под гостиницу, и соответственно, эти квартирки взял и разделил. Сейчас по итогу он сейчас строит 2 объекта новых, пока я сразу говорю, не продаются, они будут продаваться сразу с фантастическими ценами. Сейчас вы можете приобрести, по сути это можно отнести к микрорайону Бытха, на расстоянии буквально в 500 метрах от, ну как кто мне скажет, чего, ну как все правильно говорите, на расстоянии 500 метров от гимназии, от той же самой, не знаю, там, того же самого пляжа и так далее. Давайте мы посмотрим с вами, что вы можете приобрести. Сразу говорю, цена 170 тысяч рублей за квадратный метр. Везде двери нормальные, просто вот именно этот этаж отводился под сдачу, потому что здесь сдаются у нас такие квартирки по... Ну, по 2-2,5 тысячи рублей за сутки. Не буду, как все риэлторы, врать и говорить, что там они сдаются там чуть бы там не за 50 тысяч в сутки, нет. Ну и вот такие студии вы можете приобрести. Студии с ремонтом, остается только ставятся розетки. И даже с учетом того, что у нас 5 этаж, здесь все равно хороший вид на кусты. Все верно, знаете, на зелень. Вот, смотрите, весь микрорайон выход. Так вот. Квартиры здесь, да, статус квартиры, кстати, от 30 квадратных метров и до 42, и, соответственно, каждый из вас может себе представить ту или иную квартирку, которая вам понравится, и с большим удовольствием приобрести. Сейчас зайдем в соседи, потому что здесь я не вижу, где у нас свет, поэтому давайте попробуем сориентироваться. Сразу говорю, вот эти квартирки, студии, они самые такие недорогие, потому что в Сочи в этом районе стоит все безумно дорого. Самые интересные квартиры — это у нас 18.1 и 18 и 19. Что значит интересные? А вот посмотрите, мы с вами заходим. Здесь мы с вами видим изолированную комнатку, вот такую. Притом комната с балконом. Единственное, что с балкона мы видим с вами либо зелень, либо соседний дом. В целом, как бы, дом сделан очень хорошо, дом сделан очень качественно. В доме индивидуальная газовая котельная, которая находится рядышком. Здесь низкие коммунальные платежи. Недавно я здесь продавал большую квартиру 85 квадратных метров за 20 миллионов рублей. И, конечно же, у меня клиент остался полностью довольный. Притом это постоянный клиент, очень много чего он у меня уже купил. Поэтому с чем я его поздравляю. Дом по-настоящему интересный. Здесь есть на первом этаже детский садик, есть целая куча кружков. Кстати, эта квартира 40 квадратных метров. И можете умножить на 170 тысяч и получите цену. Ну и, конечно же, здесь жить, мягко говоря, комфортно. Во-первых, здесь хорошо, комфортно снимать квартиру, сдавать ее комфортно. Ну и жить для себя, я считаю, тоже супер. Что касается, почему, кто-то скажет, не продались. Да, ответ очень прост. Не продавались эти квартиры по одной простой причине, потому что они не были разделены. На данном этапе раздел прошел, и поэтому теперь спокойной совестью мы можем с вами продать, точнее, вы можете купить квартиры в данном комплексе. Я думаю, эта планировка у нас самая-самая удачная. И эти угловые квартиры идут в первую очередь. По идее, можно угловые квартиры ставить немножко подороже по цене, но застройщик сделал именно так. Ремонт, да, на любителя, но опять же, ребят, ремонт — это та штуковина, которую, конечно, само собой нужно сделать самим. Но опять же, если вдруг у вас будет ограничен бюджет, я думаю, даже не хоть думаю, я знаю на 100%, вы сделаете ремонт еще хуже, чем, например, здесь ремонт, который сейчас на данном этапе сделан. Здесь хотя бы там место под инсталляцию и так далее. Вот как бы так, ребят. Вот эти студии мне нравятся больше, потому что окно в пол, потом окна алюминиевые. Ну и вот как бы так. Рядышком строечка 190 тысяч рублей за квадратный метр. И там гора. Здесь мы с вами находимся на ровной поверхности. Это дом бизнес-класса. На крыше имеется у нас
бассейн. На крыше имеется зона барбекю. Ну и, конечно же, здесь внизу есть спа-центр, куда мы сегодня вечером придем с друзьями в баньке париться. Баньк, притом здесь на дровах. Вот как бы так, ребят. Поэтому, если вдруг кому-то нужна студия, относительно недорогая, ну как недорогая, 170 тысяч за квадратный метр с ремонтом. Такой ремонт минимум выйдет в 20 тысяч без квадрата. По сути, вы покупаете по 150. И если вам не хочется играть в лотерею, достроиться, не достроиться, сдастся, не сдастся, то я рекомендую присмотреться. Из минусов данной локации — это парковка. Все-таки с парковками здесь немножко тяжело стало. Парковку вам придется арендовать, потому что, ну, тяжело здесь поставить автомобиль, и это факт. Это вот для меня основной минус. Из минусов также, это все-таки, если квартиры были бы 30 квадратных метров с двумя окнами, да, если бы они были бы не как вагоны, а были бы немножко пошире, я думаю, они бы начали, ну, как бы они быстрее бы распродались. Это один из единственных минусов. Ну, а плюсы вы сами знаете. Дома с бассейном, их можно на пальцах пересчитать. Законных квартирников, в которых вы можете спокойно жить и не бояться, что эту квартиру снесут к ядрине фени и к жукам майским, таких в Сочи тоже мало. Но, как бы так. Многие из вас спрашивают, почему я сам себе здесь не куплю. Ну, ребят, ответ очень прост, потому что я все-таки привык зарабатывать на инвестициях. Потому что мне вот эти копейки зарабатывать на сдаче, ну, мне не нравится. Я, тем более, человек рискованный, я люблю риск. Риск – это благородное дело. Ну и вот здесь вы сами видите, вот у нас, вы видите, домик, и за домиком уже находится школа. Поэтому до школы здесь близко, до школы 5 минут, школа в пешей доступности. Что касается рядышком окружения, здесь у нас гостиница «Талисман», здесь же у нас эти такие парковки непонятные, здесь же у нас детская площадка, в общем, много чего здесь есть, но как бы не про это сейчас. Я про то, что некоторые из вас, ну, как бы, не все же умные, да, бывают же и не умные, хотя те люди, которые меня смотрят, они умнее на глазах. Есть люди, неумные, мягко говоря, и они покупают на бытхе апартаменты по 30 тысяч рублей за квадратный метр. Но это, как бы, в моем понимании, это клиника. По-другому никак не могу назвать. Здесь же есть возможность за цену в два раза ниже с ремонтом купить апартаменты. Сразу говорю, риэлторы данный жилой комплекс не любят. Да я его не люблю, если честно. Потому что я тоже хочу кушать, я тоже хочу зарабатывать, я тоже хочу там путешествовать и так далее. Но продавая квартиры вот в этом жилом комплексе, особо сильно не заработаешь. Потому что построены, готовы, у застройщика своя концепция, у застройщика свои понятия, и, соответственно, он риэлторам много платит. Но, опять же, это плохой объект для риэлторов. Вот риэлторы поставят дизлайки данному видеоролику, потому что это трэш. Вот смотрите, вот здесь строится у нас многоквартирный жилой дом. Чтобы вы понимали, посмотрите, какие тонкие опорные столбы, да, несущая конструкция, какие тонкие. И здесь это у нас жилое помещение будет, оно строится на земле ИЖС. Цена, чтобы вы понимали, 150 тысяч рублей за квадратный метр. И еще нужно умудриться купить, продается только среди своих. Здесь же вы получаете готовый квартирник. Этот дом полностью, ребят, чтобы вы понимали, монолитный. Здесь полностью монолитное, все хорошо сделано, все сделано шикарно. Полностью монолитный дом. И тем более вы получаете с ремонтом. Соответственно, здесь кому подают данной квартирке? Ну, первое жилье в Сочи. Да, если, например, не хочется улицу транспортную, там, не хочется там на какой-нибудь там переулок, где-нибудь там на Макаренко и так далее, то для вас этот вариант подойдет. Для кого еще подойдет вариант? Ну, конечно же, для тех людей, которые хотят попробовать себя в роли бизнесмена, осуществить свою мечту, это переехать в Сочи и заниматься арендой. Вот здесь можно попробовать такой, взять пробничек. Также подойдет тем людям, которые сейчас хотят не потерять свои деньги, хотят вложить, потому что, да, только вчера у нас опять доллар подскочил, непонятно что будет и тому подобное. Опять же, подойдет тем людям, которые, в свою очередь, хотят, не знаю, там, не остаться у разбитого корыта. Например, мои родители в далеких 90-х годах потеряли
15 тысяч рублей. На 15 тысяч рублей можно было купить много чего. Мы в Орске дом купили за 10. Было 15 тысяч. Сейчас они тоже остались 15 тысяч. И 15 тысяч не туда и не сюда. Вот как бы так, ребят. Поэтому. Но если бы, например, родители в то время вложились бы в квартиры или хотя бы в машины, то я понимаю, чтобы они не остались бы у разбитого корыта. Так, конечно, жесть. Поэтому все мои активы, по сути, у меня там, может быть, на счету, там, может быть, есть там определенная сумма, не такая большая, как вы думаете. У меня все вложено в недвижимость в Сочи. И грамотно инвестируя в недвижимость, вы можете обеспечить себе спокойную старость, вы можете обеспечить себе спокойный доход. Как видите, вот они этажами выше, да, начиная с 7 этажа. Здесь у нас вот они квартиры, вот они были вот такие вот. Здесь, говорю, самая маленькая квартира, это 7,7 квадратных метров. Мне тоже здесь до поры до времени комплекс нравился. Ну, действительно крутой комплекс. Как говорю, здесь это тот самый случай, универсальный объект, который подходит и для инвестиций, который, ну, инвестиции — это вложить деньги и не потерять. Это у нас прежде всего и тот вариант, когда можно там каким-то заниматься пассивным бизнесом и тому подобное. В общем, хороший вариант. И опять же, как бы квартира в Сочи, как показал у нас апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, это хорошие, грамотные инвестиции. У меня очень много клиентов приезжает, которые имеют недвижимость в Испании, в Италии, которые в свою очередь не могут, ребят, даже попасть в свой прекрасный дом. Вот как бы так. Поэтому, если вдруг хочется начать потихонечку с того, чтобы попробовать там сдавать квартиры, там, или просто хочется вложить, или сохранить деньги, или приумножить деньги, я думаю, это объект, ну, хороший, интересный. Ну, 170 тысяч рублей за квадратный метр. Но лично я взял бы лучше по 170 тысяч за квадратный метр здесь, чем через дорогу на горе и за, не знаю, там, за 190 тысяч на горе. Это просто жесть. Ни школы, ничего там. Пока до школы дойдешь, 5 раз сдохнешь. У вас, ребята, есть выбор. Я сегодня встречался с клиентом, с одним, и он тоже там, вот, хочу то в стройку. Я говорю, зачем тебе 3 года ждать? И я показал ему варианты, который уже он может приобрести в свою очередь и спокойно уже может жить. Понимаете? Здрасте. В котором может уже спокойно жить, ребят. Поэтому выбор всегда, конечно же, за вами. И здесь уже вам решать, что вы хочется. Хочется рисковать, рискуйте. Просто, опять же, рисковать можно. Я только за риски. Но риски должны быть оправданы. Там можно, как я, например, сейчас вложился, взял объект по 110 тысяч рублей за квадратный метр. Я знаю точно, что через полгода я его продам по 170. Такие варианты можно брать, такие варианты можно рисковать. А покупать по 150, по 170 тысяч рублей за квадратный метр, когда в округе готовое с ремонтом стоит меньше, это нужно быть идиотом. Ну, или дебилом. Или и тем, и другим, понимаете? Ну, и давайте покажу снаружи домик. Посмотрите. Как много вы знаете домов в Сочи, чтобы выглядели именно так? Вот именно так. Красиво, хорошо, да, с дорогими оконными группами. Посмотрите, здесь же у нас есть и детский сад, здесь есть все. А вот этот у нас корпус, здесь у нас как раз вот есть бассейн закрытый. Здесь на крыше бассейн открытый, не буду уже показывать, потому что по 10 раз уже показывал, нет смысла. Сюда я приехал просто потому, что здесь на каждую квартиру получены документы. Вот как бы так. В общем, ребят, думайте сами, решайте сами. И если вдруг у вас нет возможности купить апартаменты в центре за 15 миллионов рублей, и если вдруг вас смущает, так же как у меня, название нежилое помещение апартамента, то добро пожаловать сюда. Это у нас хорошие, нормальные, законные квартиры. А теперь всем добра и пока.